Я на берегу лимана, это залив, скорее всего, порт в Измире. И вот информационный стенд показывает, что основная масса исторических достопримечательностей будет слева от меня. Туда и пойду. Вот с этой стороны лимана, вот дальше уже Эгейское море, пляжа нет. То есть бордюр и вода. Много рыбаков. Корабли плывут. Еще не знаю, где находится терминал. Иду по набережной лимана в Измире. Очень чудесная набережная. Такой вот булыжник под ногами, зеленые растения. Много рыбаков. На другом берегу лимана город. Скульптура современного искусства на набережной лимана. Такая типа тенистая беседочка на набережной, на скамейках что-то написано про 20-й год. Видимо, эта беседка тогда была установлена. Красивый вид на город, на площади. Сейчас вот там памятник подойду и на порт. Вот такой вот интересный памятник. Сверху мужчина на коне, здесь женщина руководит мужчинами, мужчины с винтовками. И вот есть надпись, что это что-то происходило между 1922 и 1932 годом. Вот древнее здание, так понимаю, что это здание портового вокзала. Это здание не вокзала, а полиции. Вот тут все полицейское, порт для полиции. И тут же вот собака чипированная отдыхает. Такое красивое здание на берегу лимана. На лодочке тут тоже что-то такое есть. Такое симпатичное здание, такой симпатичный кораблик. И вот это сооружение, сейчас я туда иду. Вот такое чудесное здание. Скорее всего, какой-то европейской архитектуры, образчик европейской архитектуры 19 века. Одно красивое здание. Не знаю, что это, но это все рядом с морем. Ну, вот какой-то порт, маяк и пирс. Что-то там воду сливается. Культурная композиция, не знаю что. Типа остов древней лодки. Тут фотозона снимается. Фотограф вот снимает, руководит парнишкой. Он тут позирует. Поняла я из вот этой надписи. Это памятник, посвященный волонтерам. Это порт для вот таких корабликов, и рядом такая зона отдыха с такими